Так выглядит главная страница личного кабинета преподавателя. В меню в левой части страницы есть такие разделы, как расписание. В этом разделе вы можете внести изменения в ваше расписание, открыть или закрыть набор новых учеников, отправить ученика на перерыв или отказаться от него. Уроки. Это раздел, где вы найдете список всех своих учеников и список всех курсов, имеющихся на платформе. Финансы. Эта страница отображает информацию о ваших доходах. Перерыв. Раздел предназначен для того, чтобы запланировать перерыв. Мое обучение. Это страница с полезными курсами от тренингового центра. В разделе «Дополнительно» вы найдете информацию про Skyeng, ссылки на некоторые курсы, базу знаний, ссылки на приложение, страницу, где вы можете проверить работу камеры и микрофона, а также информацию по урокам, запланированным на текущую неделю. Давайте посмотрим на страницу расписания. Расписание преподавателя в личном кабинете выглядит так. Календарь показывает ближайшие события. Здесь вы можете видеть баланс ученика. В календаре вы можете видеть статусы уже прошедших уроков. Возможности расписания. Вы можете выбрать, для каких услуг открыть свое время в расписании. Для замен новых учеников, переноса уроков. Мы также добавили в календарь личные события. Это новый элемент для календаря. Преподаватель может использовать этот блок для любых личных мероприятий. Давайте перейдем на страницу финансов. У каждого преподавателя есть собственный счет в личном кабинете. Больше всего финансовая страница похожа на ваш банковский аккаунт. Та же детализация по платежам, возможность вывести сумму со счета. Перейдем к деталям. Здесь вы можете наблюдать за движением средств. Деньги на счете приходят и уходят в соответствии с проведенными вами уроками и выплатами вознаграждения. Смотреть детализацию по доходам и расходам, смотреть суммы и операции по конкретной выплате. Все финансы видны и прозрачны, вы можете отследить каждое начисление. Внизу раздела вы можете скачать ваш актуальный договор оферты. Сейчас мы посмотрим на инструменты для обучения и развития преподавателей. В Skyeng вы всегда сможете уделить время своему обучению и развитию. У команды Teachers Training Center много курсов для вас в разделе «Мое обучение» в личном кабинете. Кроме того, у нас есть график воркшопов и регулярных обучающих мероприятий. В них можно участвовать и прокачивать свои навыки. Виртуальный класс – это уникальный учебный продукт нашей школы. Курс по изучению языка разбит на уровни, соответствующие мировым стандартам. Каждый уровень состоит из определенного количества занятий, после успешного прохождения которых ученик может быть уверен в соответствии своих знаний, умений и навыков данному уровню. В основе обучения в виртуальном классе – коммуникативная методика, которая направлена на развитие разговорных навыков и позволяет ученику уже с первых занятий применить свои знания и умения в живом общении. Все материалы в виртуальном классе аутентичны, расположены в правильной последовательности и цикличны для наилучшего усвоения. Интерактивные упражнения, автоматическая проверка заданий, огромная база готовых курсов и дополнительных материалов. Кстати,
Все уроки записываются. Поэтому, если возникают сложности на занятии с учеником, наши менеджеры и методисты смогут помочь вам проследить, что произошло.